На предприятии «Моторсич» прошел первый этап конкурса профмастерства, в котором принимают участие молодые работники. Лучшие из лучших представляли свои подразделения. Конкурс профессионального мастерства среди молодых работников предприятия «Моторсич» проводится каждый год. В этом году соревнуются токари, шлифовщики и фрезеровщики. На «Моторсичи», благодаря поддержке руководства предприятия, ведется систематическая работа с молодежью. Сегодня мы проводим конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих. На «Моторе» есть добрая традиция передавать мастерство молодым рабочим. В каждом цехе уделяют особое внимание обучению молодого сотрудника. Лучшие учителя – те, кто долгие годы посвятил своему делу. Они и передают свои знания вновь приходящему поколению моторовцев. Все участники конкурса рассчитывают не только победить, а и достойно представить свое подразделение и своих наставников. Участвую в конкурсе для того, чтобы повысить свой уровень, квалификацию, ну и посоревноваться с другими молодыми рабочими. Буду стараться защитить наставника. Я же от наставника. У меня наставник самый лучший. Всего в конкурсе принимают участие 82 человека, лучшие из каждого подразделения. Они разбиты на две группы. Те, кто имеет менее 2 лет стажа работы, и те, кто работает по специальности более 2 лет. Соревнуясь за звание лучшего, участники проходят ряд теоретических и практических заданий. Мы им раздаем билеты по теории, тесты. Они отвечают на тесты по специализации и по охране труда. Потом они получают задание по профилю своему и расходятся по своим рабочим местам и выполняют задание. Выполнили задание, пришли и отдали детали на контроль. По итогам конкурса в каждой группе будут определены победители, которые пройдут дальше и примут участие в общезаводском конкурсе. Итоги конкурса профессионального мастерства мы традиционно подводим в сентябре месяце. Тогда мы награждаем всех участников. Награждены будут все участники. Они получат денежное вознаграждение, а победитель конкурса – повышение разряда.